Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net номер 122. Выразите приближенно. Задание аналогичное заданию номер 120, где мы приближенно выражали единицы длины. Здесь точно так же выразить приближенно единицы массы. Для этого надо вспомнить перевод единиц массы. В одном килограмме 1000 грамм, в одном центнере 100 килограммов и в одной тонне 1000 килограмм. Итак, выражаем приближенно. А. 7169 грамм в килограммах. Так как в одном килограмме 1000 грамм, приближенно будем округлять до разряда 1000. У нас здесь 7000. Справа стоит цифра 1, значит разряд 1000 не увеличиваем. И заменяем все, что после разряда 1000, на нолики. У нас 3 цифры после разряда 1000, 3 нуля. Получаем приблизительно 7000 грамм, а это 7 килограмм. Б. 290 килограмм в центнерах. В одном центнере 100 килограмм. Значит, будем округлять до разряда сотен. Ищем разряд сотен. Здесь 2 сотни. Справа стоит цифра 9. Значит, разряд сотен будем увеличивать на единицу. Будет 3. Все, что справа, 2 цифры заменяем на 0. Получаем приблизительно 300 килограмм. А 300 килограмм – это 3 центнера. В. 47300 килограмм в тоннах. В одной тонне 1000 килограмм. Округлять будем до разряда 1000. Здесь 7000. Справа от разряда 1000 стоит цифра 3. Значит, разряд 1000 не увеличиваем. Как было 7, так и останется. Все, что справа от разряда 1000, заменяем на нули. 3 цифры стоит, значит, 3 нолика будет. Приблизительно 47000 килограмм, а это 47 тонн. 13500 грамм в килограммах. В одном килограмме 1000 грамм. Значит, округлять будем до разряда 1000. Здесь 3000. Справа стоит цифра 5. Значит, разряд 1000 увеличиваем на единицу. Будет 4. И заменяем все, что после разряда 1000, на нолики. 3 цифры на нули. Будет приблизительно 14000 грамм. А это 14 килограмм. Д. 87 килограммов центнера. У нас в одном центнере 100 килограммов. Значит, нам округлять нужно до разряда сотен. Здесь разряда сотен нету. Он стоит перед разрядом десятком. А раз разряда сотен нету, запишем вместо него 0. Разряд сотен. Округляем. После разряда сотен стоит цифра 8. Значит, разряд сотен увеличиваем на единицу. Было 0, станет 1. Все, что после разряда сотен, заменяем на нули. 2 цифры на нули. Приблизительно 100 килограммов. А это равно 1 центнер. И Е. 980 килограммов в тоннах. В одной тонне 1000 килограммов. Значит, нам надо округлить до разряда 1000. Здесь разряда 1000 нету. А раз нету, это 0. В разряде 1000 стоит цифра 0. Теперь будем округлять до разряда 1000. После разряда 1000 стоит цифра 9. Значит, разряд 1000 увеличиваем на единицу. Был 0, станет 1. Все, что после разряда 1000, а это 3 цифры, мы заменяем на нули. Получаем приблизительно 1000 килограмм, а это 1 тонна. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.